Всем привет! Начинаю утро с маски с аспирином из белка и для головы маска. Добро пожаловать на мой канал и не забудьте подписаться. Всем привет, мои хорошие! С вами я, Светлана Ата. Хочу начать свой блог с нашего завтрака. Сашка, мы вот так сидим, завтрак пьем. Завтрак кушаем. Что у нас на завтрак? Сейчас я вам покажу. Очень вкусные огурчики, помидорчики, сыр, три вида. Я пью кофе. И хлеб кушаю мой чал, да, ржаной. Так что вот так, очень много дел. Все вам покажу попозже. Сегодня солнышко, хорошая погода, настроение позитивное, как всегда. И вот я чем занимаюсь. Постирала сегодня вот это наше покрывало. Помыла опять балкончики, убрала отсюда в алоэ. Здесь тоже вот постелила такое летнее покрывало уже. В общем, дела не заканчиваются. На том балконе помыла. Сейчас хочу готовить фасолью. Ну, не куру фасолью, не сухую фасолью, а свежую фасолью. И покажу, как ее делать красиво по турецкому рецепту. Такие вот делишки. Вот это сейчас тоже хочу. Вот эти вот два покрывала тоже я постираю. Все, короче, готовлюсь постепенно. А завтра уже займусь обувью. Перечищу, перемою свою обувь Ашкима. Высушу их на балкончике и спрячу в шкафы. Спонсор моего канала — онлайн-платформа Gigos. Сейчас я вам покажу, как я буду готовить фасоль по-турецки. Свежая фасоль по-турецки. В общем, смотрите, берем такую фасоль, мы купили полкило. Ну вот, естественно, отрезаем хвостики. Потом на несколько раз. И смотрите, вот так вот любят они еще разрезать. Поняли? Получается очень красиво со стороны. Вот. Сначала отрезать хвостики, а потом разрезать вдоль. Можно вот так вот. Применяйте как хотите. Вот. В общем, в Турции научилась я все делать по-другому. Батуми мы как делали, батуми. И я так раньше. Моя свекровь тоже так, в принципе, готовит. Вот так раз, раз, два на три части. И все, готово. А здесь вот они делают как-то красиво. Ее можно приготовить по-разному. Можно там у нас, например, в батуми и с яйцами ее тоже вместе делают. А здесь в основном готовят ее с помидорами, с луком, с болгарским перцем, можно нет. Кто-то делает сухую, только на помидорах. Кто-то добавляет жидкости, ну, естественно, чеснок. Но они не любят ни петрушку, ни в обеды не любят. Мы-то кинзу в батуми добавляли, а они не кушают. Вот можно вот так вот ее порезать. Посмотрите, как красиво, видите? Хвостики отрезать и порезать. Сейчас рецепт я не буду делать, я вам объясню просто. Надо зажарить лук, потом добавить помидоры. Я добавлю и перчик болгарский, добавлю чесночок. И потом эту фасоль буду тушить на маслице, а потом добавлю водички, потому что Ашкин любит с пловом ее кушать. Поэтому сую с водой, соком называется по-другому. В общем, сейчас я хочу быстро ее приготовить. И пойдем мы с Ашкемом, хочу погулять хоть чуть-чуть. А уже, вы знаете, что у нас же как-то свой режим, не можем выйти, войти в новый режим. И вот по чуть-чуть будем немножко менять свою жизнь, да. Волосы сегодня уложила феном, крыльями красиво. Как вы думаете, мне подойдет короткая стрижка? А? Подойдет или нет, скажите. Напишите в комментариях.
что-то хочу, сама не знаю, что. Но сделаю для вас сюрприз, не буду говорить. Какие-то планы есть, но пока не буду говорить вам. Сделаю вам сюрприз. Вот видите, как это делается? Вот так просто режется и все. Ваши комментарии еще не смотрела, ничего не видела, потому что как-то некогда. У меня есть очень многие видео присылает мне моя племянница, наша племянница. Я вот в конце загружу, по чуть-чуть буду загружать. А может, сделаю одно видео такое, как что там Баба Джи моя, она ничего не делает. Чем занимается? Баба Джи мой соблюдает мусульманский пост. Она ничего не может, она по состоянию здоровья. Даже я удивилась, что Баба Джи молодец такой. Вообще вот такие вот делишки. Ну что, я продолжу без вас, мои хорошие. Смотрите дальше. Как мы хотим быть всегда молодыми и не стареть. Несмотря на то, что года идут, а мы все хотим быть, оставаться такими же молодыми и красивыми. Поэтому что мы делаем? Мы что-то ищем, подбираем, исследуем, расследуем, экспериментируем на себе, несмотря на то, что делаем маски, которые нам советуют, подходят нам, не подходят. Но знаете что, я вчера до 5 часов утра провела в Ютубе насчет омоложающих масок и случайно повстречала такое видео, которое мне понравилось, и я хочу с вами поделиться секретом, потому что противопоказаний нету к этому методу омоложения. Очень это эффективно, я посмотрела и подумала, и размыслила, так как я медик, и очень легко все приготовить. А что это, я сейчас вам расскажу. Вы не переключайтесь и ждите. Так вот, мои хорошие, рис. Я очень много узнала о его полезных свойствах. Не зря же японки и корейки, которые употребляют рис, растут в рисовой стране, такие молоденькие, красивые. И даже в пожилом возрасте кожа у них замечательная, волосы замечательные, и сами они стройные. Так вот, вся причина в чем? В использовании риса. Я вчера почитала маску для лица, тоник рисовый для лица, маску для волос. Их все записала и хочу вместе с вами попробовать проэкспериментировать. Так вот, мои хорошие, сейчас я вам покажу, что я буду делать. И первое, что я приготовлю, это рисовый тоник. Для приготовления рисового тоника нам потребуется стакан риса, который мы сейчас хорошенько промоем. Я так думаю, там не уточняли, но мне кажется, все равно нужно промыть, не так ли? И литр кипяченой воды. Рисовый тоник можно употреблять утром, днем и вечером. Просто тампончиком ватным или смачивать, обрабатывать лицо. Как его приготовить, я вам покажу. Промытый рис, стакан, просто заливаем литром кипяченой водой. Кипяченой, вот только что закипело. Размешиваем и оставляем на 1 час в этой воде. Естественно, накрываем крышкой. Час прошел. Мы берем такую штучку, но можете взять другое что-нибудь, и размягчаем наш рис, как только можем. И оставляем еще на 10 минут под закрытой крышкой. Измельчить этим не так получилось. Я решила проэкспериментировать и с помощью блендера. Посмотрим сейчас результат. Ну, намного лучше. Так что это лучший проверенный способ. Отлично получилось, посмотрите. Вот сейчас мы закрываем крышечкой и оставляем еще на 10 минут. Так, мои лапулечки, посмотрите, 10 минут прошло. Наш отвар настоялся. Сейчас мы вот, я приготовила миску, вот так вот сделала прищепки. Видите, сольем нашу
наш раствор этот. И вот так она, водичка стечет. Затем остудим, нальем в стеклянную баночку и спрячем в холодильник. И пользоваться таким тоником рисовым нужно 3 раза в сутки. Утром, вечером и днем. Я посмотрю на себе, как это все пройдет у меня, как успешно это будет. А ну, во-первых, мы будем с вами очень красивые, не так ли? Ну все, заканчиваю мой рецепт. Продолжаю готовить ужин. А вот такая фасоль у нас получилась. Красивая, вкусная. Будем кушать. Ее подают вот с таким красивым пловом. И с таким салатиком, ну а также и йогурт, и зелень. Всем приятного аппетита! Мои хорошие, посмотрите, что я придумала. Придумала я также сделать кусочки льда из рисового тоника. Тоже рекомендуют протирать холодненьким льдом кожу. Остальное вот полила в баночку. Тут я очень много, потом и маски будем делать с вами. Я вам покажу рецепты. Будем активно сейчас работать с рисовым отваром. И молодец! С Лисочкой вам погулять! Вот тут рядом, он боится собак там на берег. Потому что уже темно, 8:30. Мы вышли погулять. Хады Ашким! Хады, хады, Ашким как старается, посмотрите! Я вам умоляю, Ашки, ой, как он старается. Быстро идем. Занимаемся спортом с Ашкимом. Красивая аллея возле дома. Аферин, Ашки. Аферин, аферин. Аферин. С Ашкимом сидим возле джами. Отдыхаем. Очень много устали, находились. Ашким, чоки, рулдум, дюрум. Чоки, здик. Хады, Ашким, хады. Хады, пошли, пошли, Ашким. Хватит сидеть, отдыхать. Пошли, 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 пошли. Пошли работать, работать. Так классно, мы на проспекте находимся. Джадеси, джаде. Ханги джаде, джадеси. Видите, джиз кипит. Так классно, друзья мои. Сейчас придем с Ашкимом, будем чай пить с кюнефе. Мы же вчера купили. А сейчас я вам покажу обещанное видео из деревни Подниде, где сейчас живут наши Анемчик и Бабаджим, наши родители с мужем. Племянница, как и обещала, снимает все. Пошла она на ферму и снимает эту красоту. Пошла за молочком. Вот моя свекровь уже сейчас будет кипятить это молочко на костре. И как всегда, рядом Бабаджим. Все делают они вместе. Не потому, что у нас нет электричества или газа. Просто они получают удовольствие от такой сельской жизни. А сейчас Анемчик сидит и делает бурек вместе с моей старшей заловкой. Вот они тоже говорят бурек, хотя многие мне делали замечание, что это гёзлеме. Вот как они мне научили, так я и говорю. А наш папа сидит как король, наблюдает и ждет, когда будет посуда. Делает она с сыром бюреки. А Владик-то пишет. Всей семьей дружной готовятся к ифтару. А вот и вкусные бюреки. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Привет из деревни нашей, от папы и мамы. Всем спасибо вам за просмотр. Пока, мои хорошие.